кто-то с лимоном. Кого? Не знаю, если на нас будут нападать. Какой-нибудь маньяк убийца. Да никто на нас не будет нападать. Чё скажешь? Могу сказать. Вон, давай под фонарь. Что? Поздравляю всех наших подписчиков с новым 2000... Я что-то немножечко... Давай вот здесь говори. Короче, поздравляю всех подписчиков с Новым годом. С 2018, да? Да. Что-то неудачно. Ну, еще раз скажи. Такого, что так много народ приехал и не было ни одного фейерверка. Это недопустимо. Да? Сейчас мы идем в эту толпу. А еще у меня с собой лазик. Не знаю, зачем я это сказал. Надо пофигу. Сказал, уже не извини. Кроме как обрезать. Идешь ли? Иду. Я не знаю, зачем я еще за тут наберу. Ну и лопаха. Тихо. Ладно. Ничего себе, народу просто овер до хрена. Ладно, все, не так уж много. Раньше было в 200 раз больше. Думаешь? А может быть и в 300, а может полкило. А может быть, Криса? А может, полкило? Ну что, погнали? Куда по погоним? Толпи. Все, сливаемся с толпой, как ассасины. Ха! Шутка века! Оскар за шутку. Я шучу. А там Дима. Я не знаю. Да мне кажется, тут кто-то из моих одноклассников. Да по-любому кто-нибудь есть. А это один из моих. Я с таким как и сладостью не боюсь. Что? Сейчас идеальное время в догонялке побегать. Сюда приехали потусоваться. А, потому что, короче, где-то елка сгорела сегодня. Целиком такая. Выгорела. Подожди, а это абсолютно другая елка. Ну, нет, такая же, как в тот раз. О, смотри, там все вдруг Дед Мороз стоит. Где? Вон, красная елка. Ну пусть стоит. Нормально тебя видно. Я вообще и котик-то взял из надежи, что раз елка сгорела, в каком-то городе может наша сгорит. Но видно не судьба. Так что вот такие дела. Ну что, дальше пойдем? О, смотри, там собачка вон там. Где? Халявный праздник. Ну, если вы, конечно, не любите закуски. Ощущение, будто бы кто-то рядом с тобой. Тебя слышно не будет, музыка орет. Эй, вот. Пойдем дальше. Щит. Вот так вот. Ну, может, еще сейчас кто бахнет. Осторожно. А, это я
Что? Ну. Да. Именно этот памятник всем, кто всем похоронить. Но они его вон как сделали просто. Да, все то же самое. Только стало круче. Ничего особого. Как всегда, все правильно. В принципе, как и всегда. Ну ты хоть там встань, скажи это. Могу сказать одно. Вон там гуляют одиночные фейерверки. Один фейерверк пустили и ждут целый час, образно говоря. То есть ждут очень долго. Слушай, а может фонарь достать? Чтоб тебя видно было. Не надо. Просто нам мою плохо видно. Не видно. Даже точку. Вот точку видно. Как она там пляшет. Да. Только точку, больше ничего. Меня с вами всем особо похоже. Да, конечно. Видно, кстати, ее. Вот сейчас я ее вижу. Кого? Точку? Да, луч. Вот ты как раз прям туда в фейерверки попадаешь лучом. Трудно ориентироваться, когда так далеко. Ну вот. У меня резкость потерялась. Там еще и не, ну твой луч было видно. Свечу. Не, здесь его плохо видно. Ладно, пойдем. Достаточно. Да? Да. Почему? Просто потому что скучно. Смотреть на то, как там свет, видите, мигает. Ну что, пошли нарушать, пока проехала полиция. Так, он кто-то гонит. Но мы уже. Но мы уже тут. Интересно, а меня будет видно или нет? И как будет видно? Короче, телефон у меня закирпичился. Снимаю на фотоаппарат. Вот и обнови называется. А тебя видно нормально. 6 на 7. Взял, глюканул, и теперь у меня отличный кирпич. Можно гвозди забивать. Да не гвозди, можно хоть дрель сверлить. Нет, сверлить-то не надо. Я пошутил. Мы его раскирпичим. И как всегда я не успел. Зато видно твой луч. Может и правда пока фотик не выключать? А? Все, фейерверк кончился, я больше. Вот у нас тут тоже елки. Причем много елок. Да хренище. Ну тебя вот так видно. Ну-ка, что будет? Что будет? Все зеленое, не свети. Ну я потом пересмотрю, мы если что.